Здравствуйте, дорогие друзья! С вами опять я, Клавдия Корнева. И сегодня я вам покажу, как приготовить джику из слив. Слив у нас 1 килограмм. Чеснока у нас здесь 3 головки почищено. Кориандр молотый 1 столовая ложка. 3 сладких перчины, 2 горьких перчины, 4 помидора таких средних. 50 грамм у нас сахара, 1 столовая ложка соли и зелень. Петрушка, укроп и базилик. Значит, сейчас я косточки уберу, все перемою, перечищу. Здесь у зелени тоже все эти корешки, ну вот эти вот стебли все уберу такие. И полностью все перекручу на мясорубку. И вот я уже все перекрутила, видите, все перемешала в однородную массу. Взяла кастрюлю с толстым дном и сюда выливаю наш этот весь состав. И также добавляю сюда кориандр, соль, сахар и ставлю на огонь. Закипит, сделаю помедленнее и будет вариться 20 минут. Потом попробуете, если на вкус чего-то будет не хватать, значит добавите. Но мне кажется, будет всего достаточно. Будет очень вкусная аджика. И вот наша аджика проварилась. Варила ее полчаса, видите, какая она. Она очень красивая, очень вкусная, все по вкусу. Как раз здесь все рассчитано. Сейчас я в стерильные банки буду ее это самое накладывать и закатывать обыкновенными крышками, просто закручу. И вот наша аджика из слив уже готова, закатана. Хорошо, приятного аппетита и удачи вам! Готовьте с удовольствием, радуйте своих близких. Вкус просто обалденный!